Индикаторная отвертка MS-18 – это простое многофункциональное устройство, с помощью которого можно определить наличие переменного напряжения контактным способом в диапазоне от 70 до 250 вольт и бесконтактным способом до 1000 вольт, а также определять полярность постоянных источников питания в диапазоне от 1,5 до 36 вольт, проверять целостность цепи, например, ламп накаливания или предохранителей, а также детектировать микроволновое излучение. Для проверки сети переменного тока на наличие напряжения контактным способом прикасаемся шлицом тестера непосредственно к контакту цепи. Светодиод будет моргать, указывая на фазу. При проверке бесконтактным способом берем тестер за металлический наконечник, а другой конец тестера подносим к месту тестирования. При наличии напряжения светодиод будет также моргать. Для того, чтобы проверить цепь на обрыв, например, целостность нити накаливания в лампочке, одной рукой касаемся винта в торце тестера. Наконечником прикасаемся к центральному контакту лампочки. А другой рукой касаемся цоколя. Если лампочка цела, светодиод будет моргать. Индикаторная отвертка MS-18 станет незаменимым помощником как в быту, так и на производстве. И поможет вам быстро и эффективно провести необходимые измерения.